Вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це проект «Власний погляд». Ми будемо говорити про лікування серцево-судинних захворювань. Гість нашої студії – Геннадій Книшов, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Вітаю вас, Геннадій Васильовичу. Добрий день. В Міністерстві охорони здоров'я планують створити єдину систему таку лікування серцево-судинних захворювань, ну і надання допомоги в такому разі. От чи є зараз дійсно там кілька систем? Чому саме єдину систему і як лікують зараз? От просто цікаво. Та постановка питання крайне актуальна. И, в общем-то, ее нужно было даже несколько раньше начинать, но это хорошо, что сейчас начало и Министерство здравоохранения, и Академия медицинских наук сейчас этой проблемой, и обе отрасли вплотную начали заниматься, потому что среди всех больных, которые вот болеют и погибают, сейчас 66% из всех, это люди погибают от сердечно-сосудистых заболеваний. Это во всем мире вот примерно такие соотношения, но они меняются. И сейчас в развитых странах это соотношение несколько меньше. И дело в том, что на протяжении вот нескольких лет имеется тенденция к прогрессированию. И лечат вроде правильно, и вроде правильно диагностируют. А количество инфаркта у нас растет, количество больных с гипертонической болезнью растет. Клапанная патология сердца тоже, то есть имеет тенденцию к росту. Так а чему тут причина? Чему возрастает кількість хворих? Дело в том, что это расплата за цивилизацию. Это прошли все страны, и Америка в 60-е, 70-е годы, Европа несколько позже, 80-е годы. Это наш образ жизни, и мы расплачиваемся за цивилизацию. Увеличилось количество стрессовых ситуаций, малоподвижный образ жизни, это очень калорийное питание. В общем-то, жизнь такова, что нужно все время быть начеку, выделяется адреналин, мы все время переживаем. Это приводит к тому, что увеличиваются обменные процессы в организме и формируются в основном атеросклеротические поражения сосудов, как сердца, так и мозга, потому что и инсультов тоже много. И это проходит все цивилизованные страны. Но нужно сейчас по-новому подойти к этой проблеме. Ведь кардиологи лечат правильно. Они назначают правильное медикаментозное лечение, все, но оно не совсем эффективно, потому что количество пациентов увеличивается. А эти препараты, они, в общем-то, не останавливают в основном атеросклеротический процесс. И он прогрессирует. И лечат вроде правильно, а количество инфарктов растет. И поэтому для преодоления вот этой проблемы, для решения этой проблемы и Министерство здравоохранения, и Академия медицинских наук сейчас решили объединить усилия кардиологов и кардиохирургов. Мы только совместно можем решать эту проблему, потому что отдельно ни хирурги, ни кардиологи не смогут решить ее. И подход сейчас вот намечается такой, что прежде чем лечить больных медикаментозно, с той же ишемической болезнью сердца, надо все-таки сделать коронарографию, то есть точную диагностику, какие сосуды, степень сужения. Может, там уже осталось 10% просвета, у больного появились болевой синдром, и его только в это время начинают лечить медикаментозно. А медикаментозно зараз лікують без коронографии, без того, чтобы чітко все дізнатися? Некоторые делают, но в основном без коронарографии. Получается, что лечение правильное, но оно вслепую. Потому что не знает степень поражения сосудов. Теперь как? Выходит, что пациент приходит, например, до кардиолога, и его сразу там, в таких случаях так склонить? Да, делает электрокардиограмму, подтверждает, что есть ишемическая болезнь. И назначает правильное лечение. Сосудорасширяющие препараты, снижающие обменные процессы. То есть так, как полагается. Но дело в том, что атеросклеротический процесс, он все равно продолжается. И если бы знали, что там бляшка появилась, и там сосуд сужен примерно на 30%, то там можно продолжать лечение, делать профилактику и не бояться,
что в любой момент может возникнуть инфаркт миокарда. А если там сужение уже выражено одного из сосудов, назначается лечение, но процесс продолжается, сосуд перекрывается и развивается инфаркт миокарда. Поэтому, ну, прежде чем начать лечение, нужно все-таки больных направлять на коронарографию. Когда увидят состояние сосудов, после этого можно назначать лечение. А где-то в 20-30% случаев вообще сужения нет сосудов, а гипоксия миокарда, то есть ишемическая болезнь, развивается вследствие того, что там, например, извитые сосуды, и там сопротивление большое, и давление уже меньше, и человек ощущает болевой синдром, но это не связано с сужением, и типичное лечение, оно будет неэффективно. Есть ныряющие сосуды, коронарные, которые идут по поверхности, потом они ныряют под пучок мышцы сердечной, угу, и опять выходят. Мышца сокращается, и она передавливает сосуд. Ну да, я чем лучше начинает лечить, тем больше, тем лучше работает мышца, тем больше пережимает сосуд, и состояние пациента еще ухудшается. Есть врожденные патологии, много соединения соустья артерии и вены. Артерии впадают прямо в полость желудочка, то есть они работают неэффективно. И там вообще медикаментозное лечение не показано и даже вредно. Нужно просто сделать коронарографию, посмотреть, а потом назначать уже лечение. Потому что в хирургии сейчас научились уже лечить, и мы должны работать в сотрудничестве с кардиологами, потому что, ну, сейчас выполняется тысячи операций на сердце. Можно делать стентирование, то есть пружинку такую вставлять в сосуд на месте сужения, восстановить кровоток, а потом можно уже проводить и профилактику вторичную, чтобы меньше образовывались атеросклеротические бляшки. Можно поддерживать состояние, можно улучшать сердечную мышцу, но нет тогда угрозы инфаркта миокарда. По клапанной патологии ее тоже достаточно. Сейчас изменилось уже, ревматизма сейчас меньше, намного. А чему? На треть уменьшилось. Потому что кардиологи и ревматологи научились проводить профилактику развития пороков сердца, ревматической этиологии. Сейчас молодых людей с пороками сердца ревматического характера почти нет. Ну, единицы, то есть, имеют место, но это хороший ефект. Геннадій Васильович, да, от цікаво, як у плані організації це все буде відбуватися? Як налагоджуватиметься між містами, наприклад? Чи, зокрема, в кожному місті, от на базі кількох лікарень, да, чи однієї лікарні це буде відбуватися? Сейчас на Україні працює 25 кардіохірургічних тільки центрів. Тобто, фактично, в кожній області вже є центри. Ну, деякі області еще этого не имеют. Но больные имеют возможность обратиться в центр, и почти все оснащены установками для коронарографии. Они должны сделать коронарографию, и после этого или хирургическое радикальное лечение, а потом поддержка профилактики кардиологов. Или не надо хирургию, может быть, там такая патология, которая не требует экстренного вмешательства. Но до хирурга, ну, в большинстве случаев треба буде йти. Все одно, щоб зробити це. Ну, от в яких центрах діляють діагностику, там є і кардіологи, і в центрі в цьому є і кардіохірурги. Вони просто просматривають і вирішують совместно, то ли лечить медикаментозно, то ли устранить угрозу розвитку інфаркту міокарда, а потім вже продовжувати медикаментозне лечення з точки зору підтримки мишці, если она уже ослабела вследствие ишемии, или делать профилактику развития атеросклеротических там бляшек, различные препараты принимать. Но это совместная работа. И тут не надо особенно много совещаний проводить, потому что это все известные вещи. Нужно перейти на новый этап, потребовать результативности. Понимаете, мы все лечим, проводим совещания, читаем лекции, обучаем. А никто еще не спросил, а какова эффективность лечения? Есть области, где результаты очень хорошие, а есть рядом области, где, ну, крайне плохие. Это связано с кількістю хирургов, чи, возможно, с другими какими-то моментами? Хирурги недогружены. Недогружены. Очередей на оперативное вмешательство, на исследование нет.
нагрузка на аппарат где-то около 1-2 пацієнтів в сутки, в рабочие Можливо, дни. І через те, що самі люди бояться йти до хірурга і думають, Все правильно, що... Тому що, в общем-то, традиционно, ну, привычно, что сердцем должны заниматься кардиологи. Угу. А сейчас уже хирурги вмешиваются во все области, в том числе и сейчас уже в артериальную гипертензию вмешиваются. Делаются абляции симпатических ганглий околопочечных, прерывается возбуждение их и стимуляция надпочечников, угу. меньше выделяется адреналина, да, и меньше формируется артериальное давление. Мы сейчас уже начали этим заниматься, угу. сейчас наш опыт... Ну, только начали 15 случаев, но сделали абляцию, это 15 минут всего лишь через бедренную артерию. Mm-hmm. Зашли, прожгли, это сам пришли небольшие участочки вот именно этих на уровне этих ганглиев. Сразу через 5 минут снижается давление артериальное, и люди перестают принимать таблетки. То есть это новое направление, которое нужно еще изучать и проследить, какие отдаленные там будут результаты, но эффект есть. Поэтому хирурги вмешиваются, и мы должны сейчас совместно работать. Отдельно невозможно сейчас. Терапевты и кардиологи должны направлять хирургам. Хирурги продиагностировали, прооперировали, можешь и не, так сказать, не операции делать, которые все боятся. И пациенты, и каждый боится операцию. И хотят, да, ну давайте вот там стентик поставим и все прочее. Это все логично и все нормально, но есть тот предел, который уже нельзя, нужно его перешагнуть, но хирурги имеют блестящие результаты. У нас сейчас вот на 5500 операций, выполненных в прошлом году, ну, летальность 1,4%. Это блестящие результаты, это мировой угу. уровень. Но надо... людям объяснять это. И поэтому я с удовольствием пришел на ваше телевидение, чтобы да, может, она... все-таки люди услышат, что есть другие методы, и что они не опасны, что хирурги уже научились оперировать. Это с одной стороны люди должны знать. С другой стороны, кардиологи должны быть более активны, они должны людям подсказывать, что уже я вас пролечил, а эффекта нет. Давайте угу. все-таки сделаем исследование и посмотрим, а почему. И подготавливать людей к тому, что есть другие методы, что если таблетки не помогают, это не безнадежно, понимаете, что есть более радикальные методы, но более ну, такие серьезные, и люди боятся, угу. это естественно. Но, Але ну, взагалі самі кардіологи, вони готові до того, що збільшиться навантаження, вони хочуть, Кто? Ну, власне, самі от кардіологи, молоді ті, що йдуть, вони готові, якщо всі люди, от, ну, всі Понимаете, не відразу. Для того, щоб вони були готові, їх треба правильно вчити в медінституті. Ще коли вони студенти, от зараз, вони повинні приходити в кращі клініки. І от у нас є університет медицинський, а студенты от 5-6 курса все-таки к нам приводят мало. Угу. Мы им читаем лекции, мы им показываем. Они должны со студенческих лет знать, что есть более радикальные, более эффективные методы лечения. И уже будучи врачами, когда они будут работать, они будут знать, куда направлять больных, если не помогает метод лечения, если что-то случилось. Так что он уже со студенческих лет. А потом уже через институт усовершенствования их снова присылать через кафедры, они должны снова видеть, угу. а что нового появилось. Да, тому система еще и в освіті також да, виходить. Нужно, и в конечно, профилактике, освіти. И рассказывать самим людям, пациентам, и так само. И пациентам, и врачам, понимаете, так. и врачи, кардиологи должны работать в тесном сотрудничестве с хирургами. Геннадій Васильович, да. поставимо тут три крапки поки що. Ми будемо стежити, як буде відбуватися ця організація системи. Єдиної в лікуванні серцево-судинних захворювань. Ну, я хочу сказати, що система є. Вона плохо працює. Треба зараз дивитися, чому. І треба дивитися в області з хорошими результатами, з плохими. Посмотрите, а чому? Хто-то должен відповідати за здоров'я населення. Я думаю, сейчас що ми знайдемо цю відповідь. Сейчас ніхто за це не відповідає. Что у него на участке там или в области 20% инфарктов, а в другом 10%, а посылали угу. на исследование, посылали на
на хирургические методы лечения или нет. Или кардиологи ничего не знают, или пацієнти такі. Так що нужно сейчас уже требовать результативности. Будемо вимагати результативності. Будем. Я вам дякую, що прийшли. Спасибо. Дякую, що роз'яснили. І вам теж спасибо. Гостем студії був Геннадій Книшов, директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Амосова. Залишайтеся на парламентському, адже ми робимо політику зрозумілою.